Здравствуйте, дорогие подписчики, это канал Про Все. Вот мы находимся в первом микрорайоне, в городе Славгороде, Алтайский край. Придумали, вот мусорка, вот придумали чистый город. Мы за экологическое движение по раздельному сбору вторсырья. Макулатура тут ПЭТ, пластик, стекло, железо, радиолом. Так что вот теперь таким образом экологически чистый город будет. Все движется вперед. Так что выбрасывайте отдельно пластик, отдельно стекло и отдельно мусор пищевой. Спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания.